Жінка розкривається у бажанні бути потрібною часто для суспільства, для усіх навколо, для родини і деколи для себе. Що ж потім стається, коли є той перелом і вона відчуває себе непотрібною? Як впоратись з такою ситуацією? Зараз звертаємось до гостя, яка прийшла до нашої студії. Ольга Медведєва, журналістка, письменниця, викладачка діджитал-маркетингу. Тобто Оля взагалі не лише цим займається, Оля ще багато чого робить і знає, як взагалі співпрацюють і живуть чоловіки з жінками, бо багато пар довелося теж подружити між собою. Не тільки подружити. Так, багато пар знайшли один одного і вже мають велике щастя. Оля? Раді тебе бачити. Привіт. Привіт. Взаємно. Так, з приводу жінок, які себе, можливо, недооцінюють. Чому жінка ось думає, що, можливо, деякі жінки так і не думають, але в більшості, що чоловік може створити бізнес, він може заробляти гроші великі, так? А от жінка, ось родина, там, не знаю, і все, так? І все, да. От ви знаєте, я займаюся діджитал-маркетингом уже достатньо багато часу. І я наблюдаю таку традицію. Мужчини, вони завжди добиваються определенних, навіть більш високих успехов, карьерних успехов, фінансових успехів, ніж жінки. І причому при тому, що і жінки, і мужчини отримують однакові знання, однаковий опыт, але жінки в силу своєї такої вот природної скромності, вони занижають свой чек по оплате, они как-то умаляют свои достоинства, у них вот очень-очень низкая самооценка. И я вот думаю, все это закладывается изначально вот с пеленок, да? Так? А если... чему так? Как ты думаешь? Ой, ну, же треба с этим что-то робити? Ну, да, уже... да, и я с этим борюсь, как могу, да, но как бы одна я не справляюсь, поэтому уже привлекаю общественность к этой проблеме. Почему так? Женщины зарабатывают меньше, нагрузка женщин по дому в разы больше, требования к женщинам в разы больше. Почему так сложилось в нашем обществе? То есть что-то надо с этим делать. Оля, нас не побьют человек, как ты думаешь, после эфира? Как не думаю, не думаю. Они такие сейчас пассивные, апатичные, что вряд ли они будут делать такие резкие телодвижения. Мы просто зараз поднимаем такую феминистичную тему и хотим, чтобы и женки, и чоловіки теж звернули увагу на це, так? Жінка достойна, вона може, вона вміє. Вона вміє, да. Але чомусь не отримує. Чомусь не отримує. От чому так складається? Тобто, коли ми наблюдаємо в школі, і дівчатки, і мальчики вчаться в школі, хто краще вчиться, хто прилежніше, хто успішніше, хто кількість по половому признаку отличників, кого більше? Чому-то дівчаток. Да? В університеті та ж сама ситуація. Хто краще вчиться? Дівчатки. А коли ми починаємо працювати, заробляти, то тут вот какие-то вот такие вот, ви самі розумієте, да? Тобто по оплаті, ну, мужчині ж треба, йому треба більше, а жінка, ну, как бы ти ж мужа заведеш, муж тебе там и будет, да? А когда муж заведется, какой муж будет, да? А если он будет диванное такое животное, ну, как бы, печально, да? Так, ты бачишь, як, жінки чомусь одразу стоять за чоловіком, да. Тобто за плечима. Ну, я думаю, це не дуже погано, Оля. Ну, не дуже. Да, оно отлично. Якщо когда є чоловік... такое плечо, окей, да? Так. Но вот, к сожалению, а мужчин-то сейчас не воспитывают вот такими вот защитниками, там, добытчиками, там, хозяйственными и так далее. Мужчины как-то, ну, у нас же равные права, вот и паши. Вот и работай, да. То есть и получается вот такой перекос. Женщина со всех сторон должна всем, вот, а как бы ей никто не должен по факту. И еще хорошо выглядеть надо. Обязательно хорошо выглядеть, да. Все успеть до 25 лет. Одно-два высших образования, отлично выглядеть, да. Спиночку прогнуть, попа должна быть упругая, фигура должна быть упругая, отличная, как фитоняшка, да. Успеть родить детей, желательно до 25 лет, все надо успеть. Потому что потом уже все, второй сорт. О, да, а может, женки сами ставляют такие вымоги? А? Да, и женки. Вы понимаете, что меня умиляет? Вот это вот женская мизогиния, кто-то называет мизогиния, женская ненависть друг к другу. Кто больше всего критикует женщин? Сами женщины.
Вы посмотрите. То есть мы смотрим Инстаграм, какая-то девочка, там какая-то звезда выступает, у нее прекрасная фигура. Ее начинают комментировать. Боже, у тебя целлюлит, в твои 50 тебе там надо уже по-другому одеваться, тебе уже не так надо одеваться. Вот начинаются вот такие комментарии от женщин. Мужчины, как бы, ну, у них своеобразное комментирование. Ну, мені здається, що чоловікам взагалі їм приємно дивитися на жінку, особливо на гарну, в будь-якому випадку. Да. І якісь там мілкі недоліки вони взагалі не помічають, їм то взагалі не треба. Ну, вообще, не треба. Вообще, да. Оль, взагалі, чи жінка може бути вільною? Ось як ти думаєш, от на твоєму шляху зустрічалися такі от зовсім незалежні, вільні, ну, від, ні від кого жінки? Это вот такой вот философский вопрос, я бы сказала, свободная, свободный человек, свободная женщина. Ну, невозможно быть полностью свободным. Вот вообще никак нельзя быть свободным. То есть даже если мы что-то распланируем себе, обязательно то испортится погода, то выключится свет, электричество пропадет, то еще что-то случится такое непредвиденное, и мы все равно зависимы от каких-то обстоятельств. И ну, нельзя быть в нашем мире полностью свободной, а тем более женщине. Ти як ти думаєш? Ну як жінки, чоловіки, багато хто зараз, скільки людей хочуть бути вільними? Ну просто вільними самі для себе, знаєш, да, щоб да. робити ми те, що всі, ти хочеш. Ми всі дуже хочемо бути вільними. Ну, опять же, я вважаю, що критерії свободи, один із основних критеріїв свободи, це вот психологічний комфорт. Да, как мы себя комфортно чувствуем в своем теле, в своем возрасте, в своем окружении. И наши возможности, вот чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. И как раз-таки деньги, финансы дают нам вот эти возможности. И вот угу. в нашем обществе к деньгам вот такое вот странное еще такое вот отношение, что деньги – это как бы стыдно, это как бы плохо, это как бы вот об этом не нужно говорить вслух, особенно женщинам. Ти знаєш, это некрасиво. От хотіла додати, справді, коли у жінки є класний автомобіль, коли угу. вона отримала там, не знаю, щось, не знаю, заробила. Да. Кажуть, ага, знаємо ми, як вона заробила. Ну, не будемо тут говорити як, але ми знаємо точно, що є в суспільстві саме таке сприйняття жінок. Саме таке. Як думаєш, чому так сталося? Невже жінка і справді не може заробити, але ще хтось може подарувати, там, чи дати, чи якось ще інакше? От я взагалі вважаю, якщо така ситуація, що у жінки случилась красива машина, или квартира, да, ну, неважно, каким образом она ее получила. Это целое искусство. Либо же она заработала на эту машину, умничка, респект и уважуха, как говорится. Либо же она нашла такого человека, замотивировала его, заинтересовала, вдохновила, я не знаю, все что угодно она ему там сделала, что он ей сделал такой подарок. Ну, вы знаете много таких женщин, которыми вдруг бац и подарили красивую классную машину. Ну, я их могу там вот так вот по пальчикам пересчитать среди своих знакомых. В основном как-то да, сами, если уж сильно хочется. Так, ну, тобто все добре, так, аби жінка щось робила в тому житті. А з приводу балансу, між роботою, кар'єрою, між родиною, ось як знаходити себе, ну, ще й гарно виглядати. Є жінки, є приклади, таких багато, але це складно, насправді. Все це на собі витягувати. Це титанічний труд. И слава богу, что сейчас уже стали в нашем обществе говорить, что не надо вот так вот выкручиваться из себя ради того, чтобы везде во всех сферах быть успешной. Выглядеть на 25, когда тебе там 56, ну, не надо этого. Надо жить и наслаждаться жизнью. И в семье, чтобы все было отлично, и первое, второе, третье, полдник мужу, да. Ну, не надо. Пусть муж тоже как-то себя обслужит. Вот. И за детьми постоянно так вот следить, чтобы там все кружки отвозить, их привозить. Пусть дети тоже проявят самостоятельность. То есть сейчас выходит такой принцип, что женщина в первую очередь должна, но должна себе. Угу. Да. Жить в гармонии с собой, быть счастливой, быть довольной и наслаждаться этой жизнью. Оль, ну, а жінка сама не буде потім думати, що ну якась я себе корити, така егоїстка, от я не знаю, ну тут в мене дитина, зараз треба забрати її, а я тут сижу, там манікюр собі роблю, не знаю. Ну, наприклад, так? Ну, взагалі прекрасна ситуація. Смотря откуда забирать ребенка. То есть, если ребенок из садика, да, и мы вот не распланировали маникюр, и нам надо вот бежать забирать ребенка как раз в этот период, ну, как бы, да, не очень хорошая ситуация. Но если чуть раньше, чуть позже распланировать, да, и уделить время себе, то почему нет? Угу. Ну, не треба себе корити, так?
Оль. Да, вот это самая главная проблема, когда женщина начинает себя за все вот так вот ругать внутренне, да, вот внутренний дисбаланс, что съела там лишний кусок хлеба, лишний там пирожок, лишний пончик, что теперь это все отразится на фигуре, что не додала внимания мужу, там, ребенку, всем должна. Вот просто всем должна, и свекрови должна, всем должна. То есть как бы о себе в первую очередь подумать. То есть, ну, может быть, это здоровый эгоїзм, може бути, це любов к себе. Ну, ти бачиш, Оля, так, зараз переходимо вже на інший рівень, як то кажуть, так, це любов до себе. Багато психологів про це говорять, що жінки, українські особливо жінки, от не настільки звикли все витримувати і тягнути на собі багато чого, що ось справді там чоловіки з інших країн не розуміють, як це може так взагалі бути. А тобі довелося поспілкуватися з людьми з різних країн, тож ти можеш навіть зараз нам привести такі приклади. Тобто, як де, як жінки себе люблять і поважають в інших країнах, як чоловіки до цього ставляться? Чи можемо ми порівняти трошки? Да, слава Богу, имела возможность путешествовать, общаться и видеть разные модели построения семьи, построения отношений. Почему европейские мужчины так тянутся к нашим славянским женщинам? Опять же, наши женщины очень красивые, очень ухоженные. Вот действительно, это так. Европейская женщина, она чувствует себя прекрасные, комфортные, расслабленные и в джинсах, и в пижаме, и в тапочках. И ей не надо как бы делать полный мейкап, ей не надо надевать шпильку, там какие-то супер какие-то наряды надевать. Она и так прекрасна, она внутренне ощущает свою гармонию. Ой, это же добро, может, нам треба повчитись, как думаешь? Да, треба. Это другая сторона медали, когда женщина и так чувствует, что она хороша, она успешна, она пользуется вниманием, у нее все хорошо, то есть ей не надо постоянно подтверждать свой статус, свой авторитет, свою привлекательную оценку в глазах там незнакомых людей, там первого свидания, там коллег по работе. Она не тратит просто на это время. Она наслаждается жизнью. А мы почему-то вот не можем до сих пор себе этого позволить. Як думаєш, що нам заважає, в першу чергу? Які є? Таракани в голові. Оті недоліки, які треба викинути просто і забути раз і назавжди. Вся проблема в наших головах. Да. Наші жінки, я просто от кожен раз удивляюсь, ізумляюсь. Вони настільки умнички, внешне прекрасно виглядять. Вони прекрасно образовані. Вони постійно знаходяться в процесі ізучення чогось нового, спілкування. Дуже інтелігентні, дуже от такі от богатый духовный, душевный мир. Да, это очень важно. Но, к сожалению, да, вот общество вот таким вот образом их загоняет в определенные шоры, чтобы женщина была где-то за мужем, где-то вот за кем-то. И ее внутренний мир, ее желания, ее позывы, они стоят не на первом месте, а где-то там задвинуты далеко. Оль, ну от як думаєш, є хто в родині відповідає за фінанси? Ну чоловік чи жінка? Це чия взагалі прерогатива? Вот вообще, как говорят сейчас модные психологи, надо договариваться. Вот на берегу. Да? Да? Mm-hmm. Ну, вообще, я считаю, вот прерогатива денег. А давайте мы сразу определимся. А прерогатива рождения детей, она чья? Воспитание детей, она чья? Да? Вот как бы вот мы немножечко оттолкнемся. То финансы – это, конечно, хорошо, когда оба зарабатывают, вкалывают, молодцы. А рожать детей кто будет? Так, разум. Да? Разум. Разум, да. Ну, вы же понимаете, вот да, мы же с вами понимаем, разум – это как? Мужчина делает селфи, мужчина там стоит, курит, да, в родильном отделении, а как бы весь этот процесс организовывает женщины как-то, самотужки. Ну, така природа, що зробиш. Вот. І ми изначально говоримо о природі. Мужчина – добытчик. Ну, так пусть он и добывает. Потому что если мужчина не выполняет свою природную функцию, ну, какой же он мужчина? Он какой-то вот такой диванное животненькое такое. Ой, Оля, слухай, бачиш, як, а може треба, ну, дивись, може треба відійти від таких, ну, оцінок чоловіків? Може, нам тоді буде легше. Я просто як пропоную. Вот. Як і коли мужчина, вот, он действительно такой вот успешный, состоявшийся, когда у него есть свой бизнес, когда у него за плечами есть ответственность, когда у него есть коллектив сотрудников. И такие мужчины, они совершенно иные. То есть он прекрасно знает, что там у бухгалтера болеет мама, ей надо помочь. Там у какой-то там коллеги там надо поздравить ребенка в детском саду. То есть он сопричастен, и у него большой прайд. То есть это весь его коллектив, его большая семья, и он всем помогает.
Он вовлечен, он чувствует эту ответственность, он движется вперед и в финансовом плане, и в духовном, и в моральном плане. Вот такие мужчины, конечно, они внушают Так, але мало ж, розумієш, на всіх жінок таких чоловіків не вистачить. І от хотілося б, щоб мужчини теж росли і двигались в такому от направлінні. Чи жінка може виховати чоловіка? Як ти думаєш? Кажуть, от успіх чоловіка – це 70% успішна жінка, яка його зробила таким. І опять же, знову вона. Да, женщина должна еще и мужчину воспитывать, вы понимаете? То есть, ну, может быть, как бы, давайте остановимся на себе, и каждый занимается в первую очередь собой. То есть, когда женщина в первую очередь поймет, чего она хочет, в какой квартире жить, сколько денег зарабатывать, где отдыхать. То есть вначале за нее решают ее семья, мама, папа, потом решает все муж, свекровь. А где сама женщина? Где ее желания? Где ее хобби? Где ее интересы? Где ее путь вперед? Ее собственный путь. И мне кажется, что прежде чем вот выстраивать это все в паре, нужно начинать с себя. Выстраивать это все в понимании своего личного интереса, хобби, пространства, всего-всего-всего. Оль, ну, наприклад, вона багато чого хоче, а багато таких жінок є. А хочеш там все краще, як то кажуть, вершки збирати. Угу. Чи це можливо? Що для цього треба? Чи можуть співпадати її оті запити з можливостями, які можна зробити? В вершки збирати, ви розумієте, поняття у вершков у кожного своє, да? Абсолютно. Уровень жизни абсолютно разный. Для кого-то 1000 гривен – вау, а для кого-то 1000 долларов – это копейки. Поэтому, опять же, тут надо понимать уровень своей собственной нормы, уровень мужчины, которого вы хотите притягивать. И зачем он вам вообще нужен? Да? Тільки не кажу, Оля, що все, отак ми вийдемо на останок, що не треба. Вот, то есть я хочу на останок подвести резюме, что в первую очередь надо начинать с себя, развивать себя, а потом уже предъявлять какие-то требования кому-то. И вот женщине очень важно понимать свои истинные желания, двигаться по направлению к реализации своих желаний, а не только вот то, что ей навязывает социум. Ну так, і сподіваємося, що жінка буде набиратись впевненості і буде комфортно почувати себе. Мені дуже сподобалося, як ти розповідала про жінок, які непогано себе почувають і в домашньому одязі, і десь на вихід, і десь в суспільстві. Да. Тобто жінка і залишається собою. Оце да. Найголовніше. Ось ми до чого прийшли, і хочеться справді закликати усіх це бути собою, розуміти, що справді життя прекрасне, і просто для того треба працювати над собою, так? І розвиватись. Ну і можливо, да, так. Да. Можливо, ще й насолоджуватись якимись плодами, які вже зроблено. Але насолода буде лише після праці, я так думаю. Да, просто да. Так не буває нічого в цьому світі. Да, да, Ольчка, да. Дуже дякую тобі, що прийшла сьогодні до нашої студії. Яскрава така, сонячна Оля Медведєва сьогодні була у нашій студії. Хочеться тобі теж побажати щастя в житті. Так? Ну, а ми зустрінемо вже завтра о 13:30. До побачення.